Областным департаментом агентства по финансовому мониторингу зарегистрировано досудебное расследование в отношении трех человек, организовавших незаконное интернет-казино. Они через банковское приложение принимали ставки от игроков. Те, в свою очередь, получали разовый логин и пароль для сайтов, запрещенных на территории Казахстана. Тем самым данные лица предоставляли игрокам услуги в виде азартных игр с выдачей клиентам реального выигрыша без соответствующей на то лицензии. Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 миллионов тенге, количество игроков более 800 человек. Одновременно проверяются факты вовлечения несовершеннолетних в незаконный игорный бизнес. По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты предметы и документы, касающиеся незаконной игорной деятельности, а также денежные средства. В настоящее время проводится досудебное расследование в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.